богатством. Тяну и тяну из себя паутину мыслей, сматываю ее в клубки и складываю в чулан, в надежде, что кто-нибудь придет и, вооружившись спицами, начнет вязать из этих нитей носки или варежки, шапочки и свитера, на крайний случай даже коврики в прихожую или подстилки на табуретку. Говорят же, что мысль материальна и способна творить материю. А если подумать дальше, имея в виду ускоряющийся научно-технический прогресс, то можно будет и дома вязать, и машины, как сейчас уже печатают на 3D-принтере. Так что не разбрасывайтесь своими мыслями. Храните мысли в металлическом сейфе до лучших времен. Богатство.